Выше прошла масштабная акция под лозунгом «Вакцинация защитит ваших близких». Мероприятие сопровождалось концертной программой и различными флешмобами, организованными молодежью. Тут же на центральной площади можно было получить бесплатную вакцину. Для этого развернули мобильную лабораторию, оснащенную всем необходимым медицинским оборудованием. Граждане, желающие пройти вакцинацию, получили обязательную консультацию от врачей. Также им были вручены подарки. Я получила вакцину. По сути, это наш гражданский долг – обеспечить безопасность своего здоровья. Основная цель кампании – предотвратить распространение пандемии коронавируса. Эксперты утверждают, что вакцинация – это самый верный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения COVID. Если говорить о темпах вакцинации в Аше, то сейчас привито 40% населения. У нас есть цель достичь 70%. Только тогда мы сможем предотвратить распространение COVID. Этот вирус не ушел. В Бишкеке уже выявлен опасный дельта-штамм. Поэтому я призываю каждого пройти вакцинацию. Сообщается, что в Ошской области первые дозы получили 100% населения. Однако эпидемиологическая ситуация в Карасуйском и Узгинском районах все же остается напряженной. Сейчас эпидемическая ситуация в регионе стабильно регистрируется. 2-3 новых случая в день. Новые очаги выявлены в Карасуйском и Узгенском районах. По мнению врачей, основная причина распространения коронавируса – игнорирование простых санитарных правил. Доказательством тому может служить Узгенский районный родильный дом. Объект, введенный в эксплуатацию только в прошлом году, не соответствует требованиям безопасности. Любой желающий может беспрепятственно входить и выходить из здания. Конечно. По этой причине врачи призывают неукоснительно соблюдать элементарные санитарные правила. Снизилась стоимость ПЦР-анализа. Сейчас она составляет 927 сомов. Дефицита тестовых систем нет. За последний год 26 тысяч человек сдали ПЦР-тест, оплатив услугу, и около 500 тысяч узнали свой COVID-статус абсолютно бесплатно. Сообщается, что тест-систем на складе вирусологической лаборатории в Аше в настоящее время достаточно – около 21 тысячи. Джибека Парбекова, Нургас Абдрахманова, Миргуль Бокошева, Акжулай Башев, Алатом, 24, Ош.